Samsung D880. Замена межплатного шлейфа. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Samsung D880». Поскольку межплатный шлейф постоянно находится в движении, он выходит из строя чаще всего из-за истирания. Обычно это происходит в местах сгиба. Снимаем фиксатор коннектора шлейфа. Для того, чтобы снять шлейф, его необходимо отпаять с двух сторон. Отпаиваем и снимаем шлейф. Новый шлейф вставляем в коннектор и закрываем фиксатор. Затем запаиваем шлейф. Все, межплатный шлейф заменен.